Ярким событием Дня города станет выступление группы Spirit of Smoky. Оно завершит вечерний марафон на стадионе «Спартаковец». В Ярославль приедет основатель самого первого состава Рон Келли и сын погибшего Алана Бартона, вокалист Дин Бартон. Как известно, после ухода из группы Smoky Криса Нормана коллектив много раз менял участников. Но хиты легендарной группы неизменно оставались основой репертуара. И завтра в Ярославле горожане и гости праздника вновь услышат незабываемые мелодии. Музыканты вчера записали обращение к ярославцам. Привет, я Дин Бартон, солист группы Spirit of Smoky. Мы хотим вас пригласить на День города в Ярославле. Мы будем играть живую музыку 25 мая. Мы с нетерпением ждем встречи. Здорово снова вернуться в Ярославле. В первый раз мы были в городском театре. Приходите в субботу. До шоу всего 2 дня. See you soon. Thank you.